ЕС выделит Украине деньги на реконструкцию электроподстанции на Днепре и улучшение безопасности на дорогах. Владимир Гройсман сегодня подписал документы. Премьер-министр сейчас находится с официальным визитом в Брюсселе. Какие встречи у него запланированы и на какую сумму может рассчитывать Украина? Узнаем от Елены Абрамович. Перед флагами Евросоюза украинское знамя. А это значит, что в Брюсселе высокие гости из Киева. Владимир Гройсман прибыл обсудить детали макрофинансовой помощи и подписать несколько межправительственных соглашений. В первую очередь встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. С ним подробно обсудили условия выделения миллиарда евро, о чем договорились ранее. Я говорив, порушив сьогодні питання про більш середньострокову і довготривалу програму такої спільної підтримки. Так, в цілому ми поговорили сьогодні про терміни, тоді, коли ми можемо досягати відповідних результатів. Я думаю, що восени це вже стає реальним. Обсудили и текущие вопросы. Такие визиты обязательны в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, подписали несколько соглашений о помощи Украине. Дві угоди щодо підтримки Європейським інвестиційним банком двох напрямків. Перше – це забезпечення енергопостачання, стабільного енергопостачання в чотирьох областях по Дніпру. Це буде означати, що в цих регіонах буде достатньо серйозно інвестовано ресурси 136 мільйонів євро в те, щоб підстанції нормально працювали, люди отримали стабільну енергетику. Второе соглашение касается повышения безопасности на украинских дорогах. Евросоюз предоставит нашей стране 75 миллионов евро. Средства пойдут на модернизацию светофоров, пешеходных переходов и обустройство лежачих полицейских в нескольких городах. Речь идет о Киеве, Харькове, Каменец-Подольском и Днепре. Встретится Владимир Гройсман также с верховной представительницей ЕС Федерикой Могерини. Я могу подтвердить, что завтра утром запланирована встреча верховного представителя ЕС Могерини и премьер-министра Гройсмана. Они обсудят отношения между ЕС и Украиной, а также ситуацию в регионе. Также в программе премьера встречи с руководителями евроинституций, президентом Евросовета Дональдом Туском и Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.